Привет, друзья! Меня зовут Дарья, я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал «Дарья Арт. Рисовать может каждый». Сегодня у нас видео-анонс нового марафона и непростого. По моему наряду понятно, что марафон у нас будет новогодний. Я создала для вас целых 9 уроков. Впервые такое большое количество уроков выйдет в мой марафон на моем канале. И непростых 9 уроков. Мы собрали основных 9 дел, которые нужно успеть сделать до Нового года. Поэтому мы с вами создадим новогодний календарь и нарисуем очень классные сюжеты. Поэтому оставайтесь со мной, смотрите до конца, расскажу, какие материалы понадобятся и что мы будем рисовать. Глядя на мой стол, я думаю, вы уже догадались, что мы будем с вами рисовать акварелью. Но, конечно же, в этот раз я хотела вас удивить, и рисовать мы будем не на простой бумаге, а на акварельных магнитах. Здесь поверх магнита у нас имеется акварельная бумага, и мы будем создавать очень классные новогодние сюжеты, при этом создавать новогодние подарки. Я уверена, найдутся у вас близкие, знакомые, друзья, которым будет очень приятно от вас получить в Новый год такой авторский и уникальный подарок. Такие магниты с акварельной бумагой недавно появились у бренда Малевич. Здесь в упаковке идет 3 штуки. Есть 2 вида, либо 100% целлюлоза, либо 100% хлопок. Работать интересно и удобно на том и на том варианте, выбирайте то, что будет в наличии, и, как я и сказала, нам нужно 9 штук, не 9 упаковок, а 3 упаковки по 3 штучки. Если вдруг нет таких магнитов в наличии, нет возможности их приобрести, вы можете использовать просто акварельную бумагу и рисовать вместе со мной. Либо взять формат открыток, либо заполнять скетчбук, неважно, главное, присоединяйтесь и, конечно же, вместе со мной создавайте новогоднее настроение. Помимо магнитов с акварельной бумагой, нам еще потребуется, конечно же, акварель. Приготовьте набор из желтой светлой, охра желтая, краплак розовый, голубая ФЦ, зеленая травяная, умбражённая и черная. Также выберите удобные кисточки, синтетические, упругие, чтобы вам было удобно работать. Также, конечно, пригодятся линеры, линеры водостойкие, тонкие, и можно взять один потолще немножко, либо рисовать одним, и белая ручка для добавления бликов. Палитра, баночка с водой, салфетки для протирания кистей. Если вы рисуете на бумаге, продумайте фиксацию. Подробный список материалов, которые пригодятся в данном марафоне, есть в описании к данному видео. И, конечно, данный новогодний марафон не может пройти без подарков. Совместно с брендом Малевич я для вас подготовила кое-что очень интересное. Мы собрали для вас 6 арт-боксов с секретным наполнением. Данные боксы подарят счастливчику очень много вдохновения и, конечно же, творческого запала на весь будущий год. Уроки будут выходить понедельник, среда, пятница, а в воскресенье будет проходить розыгрыш. И мы будем разыгрывать один арт-бокс ВКонтакте и один арт-бокс в Инстаграме. Выбирайте удобную для вас соцсеть и участвуйте в конкурсе. Вам нужно рисовать по урокам, которые будут выходить на моем канале YouTube, делиться вашим итогом либо ВКонтакте, либо в Инстаграме. Конечно же, быть подписанным на меня и на нашего спонсора бренда Малевич. И если вы выбираете конкретную соцсеть, читайте внимательно посты и условия выполняйте, потому что немножко условия в ВКонтакте и в Инстаграме отличаются. Но самое главное, что арт-бокс полетит счастливчику, который нарисует все 3 урока недели. Поэтому рисуйте, старайтесь, участвуйте, я уверена, именно вам повезет. На этом все, стартуем мы уже в понедельник, поэтому готовьте материалы, а хорошее настроение, новогоднее вдохновение подарю вам я, Дарья. Всем большое спасибо за внимание и пока-пока-пока, увидимся в понедельник.